В моей группе ВК «Ремонт электроники» в разделе «Товары» вы можете приобрести НЦК-код. Что такое НЦК-код? НЦК-код – это код, позволяющий разблокировать операторский смартфон от оператора. То есть, например, вот Alcatel, залоченный именно под Билайн и работающий только с билайнскими симками, вы вставляете в нее сим-карту другого оператора, например, как я сейчас поставил Мегафон, и он начинает просить код разблокировки. Вот этот код, вот, видите, ввести НЦК-код осталось попыток 80. Чтобы снять вот эту блокировку от оператора, вам нужно его либо прошивать, либо там ставить кастомные рекавери, какие-то патчи, какие-то махинации и так далее. Не все люди это умеют, не все люди это могут. То есть если вы в состоянии самостоятельно разблокировать свой смартфон, для вас эта информация будет ненужной. Эта информация именно для тех людей, которым не нужно заморачиваться, не нужно что-то изучать, не нужно что-то читать, просто купил код, ввел, забыл. Разблокировка происходит один раз и насовсем. После сбросов и так далее блокировка не возвращается, и самое важное, что аппарат остается на гарантии. Вот в данном случае, в данном видео, я вам хочу предложить разблокировку почти для любого телефона Alcatel. И на МТК, и на Qualcomm. Сейчас вот посмотрим способ разблокировки для Alcatel 6036Y. Ну, там вся линейка 6036, она как бы одинаково разблокируется. Этот код, который я предлагаю купить, он генерируется по двум параметрам, по IMEI и Provider ID. Как посмотреть и тот, я вам сейчас расскажу, точнее покажу. Вот. Выбираете товар в группе ВК, ссылки есть в шапке канала. Переходите в раздел товары, выбираете нужный, вводите в сообщение IMEI, Provider ID, мы смотрим возможность разблокировки. Говорим точную цену для вашего аппарата. Сообщайте нам данные, мы там в течение нескольких часов генерируем вам код, присылаем этот код, вы его вводите и забываете про эту проблему, ваш смартфон начинает работать со всеми сим-картами любого оператора. Вот я сейчас вставил Мегафон, он меня просит этот самый код. Сейчас покажу, как вообще процесс генерации происходит, если кому-то будет интересно. Это окно мы закрываем, попадаем на рабочий стол и смотрим наш IMEI и Provider ID. Как на вашем конкретном аппарате посмотреть это, либо смотреть самостоятельно, либо лучше спрашиваете в группе ВК, вам помогут определить. Но чаще всего это вот такая комбинация. Значит, IMEI — это звездочка решетка 06 решетка, а Provider ID — это звездочка решетка 07 решетка. Смотрим, и здесь у нас есть и наш IMEI, и наша модель, и наш артикул. Вот артикул, вот и есть Provider ID. Вот нам надо от вас эти три параметра: модель, IMEI, артикул. Иногда называется Provider ID, повторяю. Их сообщаете нам, и мы вам генерируем код. Сейчас я перейду к компьютеру, на компьютере вам покажу, как сам процесс генерации происходит. Для разблокировок мы используем несколько программаторов, но для Alcatel чаще всего используется Sigma. Обычный программатор Sigma. Даже ему сервис пакет один достаточно. Значит, выбираем платформу. Выбираю я в данном случае Qualcomm, потому что аппарат у меня на Qualcomm. Дальше калькулятор у меня. И выбираю 6036 модель. 6036. Выбираю Provider ID, который вы предоставляете. Он у нас 2CBGRU7. Выбираю и вбиваю ему IMEI. Вбиваю IMEI. Вы как бы его предоставляете, поэтому я его просто копирую. Еще важное уточнение: когда вы предоставляете все свои данные, Provider ID и так далее, будьте внимательны, забивая все свои параметры. Дело в том, что на некоторых программаторах мы оплачиваем кредитами вот это калькулирование. Если с нас списывают, то, соответственно, деньги, и вы неправильно что-то ввели, не на вы, не мы, а вы, то деньги эти вернуть мы вам не сможем, потому что нам также эти деньги не вернут. Все, ждем, он сейчас нам скалькулирует НЦК-код и перейдем опять к телефону. Покажу, как на телефоне ввести этот код. Вот мы получили группу кодов. Некоторые из них как бы бесполезны. Нас в данном случае интересует вот этот NCK Network Control Key. Перейдем к телефону и введем его. В телефон втыкаем сим-карту чужого оператора, снова если мы его меняли, и пробуем. Он сейчас при включении нас просит этот самый пароль. Немножко я вам показал, как работать с Sigma. Лишним не будет, чтобы вы видели прозрачность всей работы. Так, телефон начинает просить код НЦК, и я ему вбиваю тот, что я сгенерировал. Сенсор что-то лишнего нажимает. 32.
2, 56, 3, 3, 6. И жмем ОК. Введен каретный НЦК-код, спасибо. Все, телефон разблокирован навсегда. Никакие сбросы, никакие прошивки уже значения иметь не будут. И самое важное, за несколько сотен рублей у вас телефон остался на гарантии. Вам не нужно ничего выдумывать, не нужно ничего прошивать, никакие кастомные рекаверы ставить и так далее. Я настоятельно рекомендую самостоятельно в телефоны на Qualcomm не лезть. Если на НТК еще все достаточно просто, и человек без образования, без каких-то специальных навыков может это сделать, на аппаратах на Qualcomm, всякие установки кастомных прошивок, кастомных рекавери и так далее, все чревато проблемами и так далее. Купить код и забыть — самое простое действие. Если что-то нужно, обращайтесь в группу ВК в разделе товары, либо в личку группы «Ремонт электроники». Ссылка есть в шапке канала. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.